Заработку денег в интернете. Меня зовут Алексей. В данном видеоролике я расскажу про новый большой майнинг на криптовалюте Tron. Проект называется Tron KMP. Соответственно, на данном проекте можно пройти регистрацию с помощью вашего мобильного телефона. Соответственно, номер нужен будет телефона указать, либо же просто цифры похожие на номер телефона. Не обязательно вводить свой действительный номер. Также ввести логин, соответственно, ввести пароль. И ввести пароль повторно, пароль безопасности. Можете сделать их разные, главное запомнить. После этого нажать регистрации. Я уже зарегистрирован, давайте сейчас авторизуемся. При входе в аккаунт у нас выходит новостное объявление, где добро пожаловать в Tron KMP. Первым платежом активирует майнеров для получения случайных вознаграждений в размере от 1 до 30 Tron или USDT. Два способа заработка для обычных майнеров. Первый – это базовая доходность от 3,5% до 8% в зависимости от вашего депозита. Соответственно, второй – это реферальное вознаграждение. Первый уровень вознаграждения, то есть трехуровневая партнерская программа. Первый предоставляет 12%, второй – 5%, третий – 3%. Довольно неплохо. Также на проекте представлены данные транзакции, да, сколько у нас люди выводят, зарабатывают, накапливают прибыль и так далее. То есть вот это универсальная штука, да, то есть нигде не было такой подробной информации. Есть совокупные данные, которые дают нам возможность посмотреть, сколько зарегистрированных пользователей и сколько у них накоплено прибыли. Также имеется торговля, вкладывать деньги, делиться и моя. Давайте разберемся сейчас поподробнее. Перезарядка – это у нас депозит, создание депозита, вкладываем деньги, снять со счета, то есть мы выводим, заказываем выплату. Команда – это список наших рефералов. Ну и также, я думаю, там можно будет найти ссылочку для приглашения. Нет, здесь нету ссылочки, значит поделиться. Ладно, сотрудничество. Здесь у нас имеются официальные партнеры. Это у нас здесь биржи представлены. У меня маленько не прогрузилась страница, но я уже знаю, что там есть. Очки молния, то есть здесь есть интеграл молния, игра, так скажем, лотерея, деятельность и анас. Все, что нам нужно будет, это вот несколько кнопочек, это у нас вот торговля. Обычный майнинг дает нам право зарабатывать плюс 8% доходности каждые 24 часа. Вкладывая деньги, здесь у нас расписаны тарифные планы, о которых я уже вам говорил ранее. По кнопочке поделиться мы можем с вами найти, получается, нашу реферальную ссылочку. Вот так она выглядит. Есть QR-код для того, чтобы мы могли приглашать. Ну и коэффициент комиссии промо-аккаунта тоже расписано. Так, на кнопочке «Мой» – это у нас кабинет. Здесь, соответственно, пополнение счета, вот средств, инвестиционные сделки, то есть история записи о снятии средств, инвестиции, пуль, то есть это бюллетень. Здесь у нас объявления, да, популярные занятия, партнеры по сотрудничеству. Все у нас здесь есть, а у нас перезарядка, детали точки, счастливый приз, команды, детали фонда. Ну что, друзья, здесь много можно ознакомливаться, много можно говорить о чем-то. Давайте уже приступим к делу. Я пополнил данный проект 10, получается, тронов комиссии. И также нам еще дают инвестировать 10+, или USDT в первый раз, чтобы активировать майнинг-машину и случайным образом заградить от 1 до 10 тронов. Копирую адрес, перехожу в TronLink и отправлю на данный адрес смарт-контракта Tron 10 тронов. Вставляем и сейчас нажимаем подтвердить и в поле, конечно же, вводим депозит в размере 10 и переводим по данному адресу. Нужно будет подождать в течение 2 минут, у нас зачислится наш депозит и мы сможем с вами дальше продолжить. Нужно будет обязательно нажать «Перезарядка завершена», чтобы у нас начал проект загружать наши троны. Давайте сейчас представим видеоролик, как только у нас завершится пополнение, я продолжу. Итак, друзья, можно посмотреть, что на моем балансе сейчас зачислено 10 трон и также 1.35 было мне вручено как подарок. Давайте попробуем также вкладывать денежки вот здесь, ну, либо же детали точки фонда или так далее. Давайте попробуем снять денежные средства с данного проекта, для этого вводим цельное нам количество, пароль безопасности в обязательном порядочке, вводим, ну и адрес для вывода. Мы переходим в TronLink, копируем адрес для вывода средств, вставляем и представить на рассмотрение. Ваш запрос на вывод средств обработан, пожалуйста, подождите. Успешно. То есть, как вы видите, успешный, да? Отлично. Переходим в TronLink. Обновляем его. Переходим сюда в историю. И видим, что плюс 1 трон
была выплата с данного проекта. Соответственно, данный проект действительно платит и на нем можно заработать. Ссылочку на него я оставлю в описании под видеороликом. Также у вас теперь будет начисление у большого майнинга по процентам. Всем пока-пока!